Тем временем в социальных сетях распространяется ложная информация о побочных действиях вакцины для детей. Авторы ссылки заявляют, что сразу же после прививки школьники в Северо-Казахстанской области почувствовали недомогание. Подробности в рубрике «Stop Fake». Новый фейк распространяется в мессенджере WhatsApp. Пользователи пересылают сообщения о том, что в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области школьникам, получившим вакцину от ковид, якобы стало плохо прямо во время уроков. Новость быстро разлетелась по различным новостным пабликам и чатам. Автор рассылки заявляет, что сразу же после прививки дети почувствовали недомогание. Двое детей из четырех вакцинированных заболели. Одному на моем уроке плохо стало. Сказал, что прививку получил. Это уже в Казахстане. Информацию о состоянии школьников, привитых против коронавируса, прокомментировали в Управлении здравоохранения Северо-Казахстанской области. По их данным, к началу этой недели по Тимирязевскому району вакцину Pfizer получили 9 детей. У всех состояние удовлетворительное, отметили они. На 21 ноября по Тимирязевскому району были привиты 9 детей вакцины компании Pfizer. У всех состояние удовлетворительное. Как сообщили руководители отдела образования Тимирязевского района и директор школы-гимназии Тимирязева, данная информация не подтвердилась. Вот эти сообщения, которые были разосланы в чатах, в соцсетях, оно является фейковым. Напомню, за распространение ложной информации грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. Доверяйте только официальным источникам.